Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это RMM Дотка. Осталось мне 3 игры сыграть в квалификационных, чтобы получить какой-то там рейтинг. Поэтому я решил взять героев, с которыми я с большой вероятностью смогу выиграть. Ну, просто потому что на этом герое у меня винрейт побольше, чем на остальных. Shadow Shaman. То есть, да, нет. Это не Shadow, это Witch Doctor. Вечно их путаю. Ну, у них интересный пик, надо сказать. Я полагаю, то, что Shadow Demon и этот китайцы, короче, вместе играют. У нас Легион Командер. Ну, собственно, надеюсь, это будет нормальным Легион Командером. Хотя, ну, ни один человек, который пикает Легион Командера, изначально не нормален. Это кусок говна загнившего. Но, тем не менее, Войд, Виномансер. Ну, мне нравится, надо сказать, наш пик больше пока, чем их пик. А, у них репикнули на Хаос Кнайта. А кого? Шадоу Демона, да? Нет. Терксир. Шейкер. Шейкер на Хаос Кнайта. Ну да. Но все равно как-то в убойную силу Тускара и Хаос Кнайта я не так сильно верю, как в Войда, Легион Командера и Вивера в моем исполнении. Ну правда. Оу, вместо Шадоу Демона взять Тайтхантера. Интересно. Здя. Плиз. Go top. Блять. И что? Не, ну я могу, в принципе, и с ними постоять, но на самом деле мне больше, когда я стою на харде, приятнее только на себя рассчитывать без всяких затупов со стороны тиммейтов, потому что затупы со стороны тиммейтов есть постоянно, если вы, особенно вы не на связи. Да даже когда вы находитесь на связи, все равно нередко случается такое, то что, ну, вы как-то думают люди все по-разному, поэтому кооперирование идет на порядок хуже, чем... Так, ну ладно, в общем, 2000 для Диная, конечно, более серьезные, чем моя 1000, поэтому я не знаю. Ну, в общем-то, на то он и вивер, чтобы терпеть в корде. Есть щиток у брата? Нет щитка у брата, у него брасер, блядь, первый марк. Интересно. Ну, Джеминейт атака, как у меня появится, так будет мне попроще. Это будет буквально через одного крипа. И, конечно, вот этого я уже должен добить. Надо же, сучки. Ладно, добью этого, так и быть. Твою мать! Что затерпилы трайхарды стоят против меня. Боже, блять, сами крипы против меня. Ну, не могу сказать, что я боюсь как-то Тускары 777. Ну, вот эти вот, конечно, два Ring of Protection. 470 урона, но у него пока нету вардов. Сделаем базилочку. Дота крашнулась. Ну и чё вы, блядь, отжимаете? А, наш и возобновляет. Так Войд вернулся? Блядь, что за хуйня вообще происходит? О! Первый крип. Ага, и парень пошел делать, очевидно, отвод. Да что ж такое, крипы против меня. Ну ладно, все, пацаны немножко отошли.
И у меня была возможность немножко пофармить, но я проебал эту возможность. Не то чтобы проебал. Ну, скажем так. Лол, а я думал, Джиминейт уже отошел. Ну ладно. Парни делают тут дабл. Возможно, был бы я чуть посмелее, я бы даже ничего-нибудь намутил. Ой-ой-ой, как мне больно. Неприятно. Зря я, конечно, был так посмелее. Кто ФБ забрал? Тайтхантерами. Creep and crawl. Scuttling in. I see more. Боже, блять, неужели снова я отдамся? Skitter on. Ого. И. Yes. Блять. Чё-то я совсем плох, короче. Такого хуёвого хардлайна у меня давно не было. При том, что герой без станов практически. Ну, блять, фейзы, конечно, у него очень много урона, он уже. Угу. В общем, хуёво я проебал, можно сказать, харду. Стики надо купить. Базил какого-то хуя у меня включена. Все, надо просто терпеть и не отдаваться тебе. Надеяться то, что Легион, блядь, сможет справиться с Тускаром. Благо 2-2 счет, то есть. Я хоть и нафидел. У них центре есть? У меня там есть какие-то базилки. Так, надо написать то, что парни... Нет, парни вернулись. Ну, бывает, бывает. У всех бывают неудачные хардлайны, yes. Или простые лайны. Shadow Shaman, ну, то есть этот Вич-Доктор, в принципе, такой герой, которого я не очень люблю, против которого стоять. I spy with my robot eye something that makes no sense. Did you guess everything that's going on? Что такое? Не дает подхарасить. Крипы не дают подхарасить чувака и при этом подобивать их самих. Yes. A big threadbare. Double deuce. Yes. Угу, ко мне идет легион. Надо поддержать парня. Ого. Ага, визион есть. У парней есть вижен. Я понял. Неудача. Эдакая. Так, не написать, что Тускар и Вич-Доктор ушли. Было бы неплохо еще крипа добить. Снип, снип. Оранжевого точно добью. Туска Сэс. Ну да, я это и написал, собственно. Your
Я думаю, в этой игре мне в обязательном порядке нужен Нидас. Так, ну ладно, они там размениваются. Бля, пойду к ним. Че драка без меня происходит? Out of time's weave. Угу. Как-то так. А где ты, Скар? Не могли же они уже этого, блять, убить? Рошана. Ну, то есть на Рошана пойти. Рановато им еще, наверное. Ну ладно, пойду на миду пофармлю. Раз у них тут Dota 5. Попробуем на миду принять кого-нибудь. У меня-то на лайне наверху есть вижен против меня. Бля, конечно, лучше бы я наверху стоял, фармил, я бы уже, наверное, полмидаса нафармился. Но они все тут, все впятером. Воу, просто time to farm. Не знаю, идти драться без ПТшки, без нихуя. Но что приятно вот в их этих передвижениях, то что они мало опыта очень получают. Блять, а я бы лучше в натуре фармил все это время, я бы уже столько нафармил. Столько вкусного. Думаю, даже на Мидас бы нафармил. Ну, как минимум на рецепт. Лучше, конечно, рецепт сначала покупать. Yes. А потом этот. Ну, все остальное. Лол Тауэр. Блять. Инфест. Угу, yes, упал в центре. Угу, наши уже начали, короче, по КД отдаваться. Your middle tower is being attacked. Ну, вот ЦК ко мне пришел. Ну, у него, кстати, дела довольно хуёво. Блять. Катапульта, блять, вечный враг фарма. Щиток есть? Нет? Yes. Ага, и Тускар. Секунда. Пошли на мид фармить, хули. Нас тоже начали, блять, ходить в пятером. А тут тает 8-го левела. Бля. Ну таких-то крипов, конечно, надо добивать. О боже, какие люди. Да вы хуи на блюде. 1000 хп. Досты 800 хп. И еще и дуэль выиграл, блять, у этого. Так, ну тут трое. Ретируемся снова на топ. Хули делать, не драться сейчас с тремя. У них досты, блять, станы, вся хуйня. А у меня 644 хп.
creep and crawl. Yes. Snick snack. I am compelled. Your top tower is under siege. Не уверен, кстати, что не убью его соло. Ну, блядь, лучше бы я крипов бил, чем его. Ну и вижу на то, что на карте нет. А, нет, вижен есть. Вижен говорит о том, что они все, блядь, опять вчетвером нанизу. А я, кстати, зря без тараканов качаюсь. У меня в последнее время в привычку вошло тараканов качать всегда. Но вот сейчас я что-то снова без них. Что, наверное, является ошибкой. Ну ничего, прокачаем. Блять. Your bottom tower is being attacked. Ну да. Слышу телепорт, блядь. Ну, блядь, я под тауэр не залечу, мистер Войт. Вы, конечно, хотите клёвых штук. Лол, а вот кто-то сделал? Или просто тауэр пропушил? Тауэр пропушил. Я вижу, нахуй, что у него мало хп. Ты видишь, нахуй, сколько у меня хп? У меня этот тауэр, блядь, с 4-секундным станом просто изничтожит. Угу, и кура, блядь, летит, кто знает куда. Да, знатно я нафидел в начале этого, то что он теперь Murder Spree делает. Double damage. Dominating. Double kill. Да, блядь, что ты хочешь от меня, чтоб я соло убил его? Your bottom tower is under siege. Oh, look at it go. Radiant has fortified its structures. Your bottom tower is under attack. Not that I care one way or the other. Вау, спасибо, блядь, большое. Your bottom tower is being attacked. А, лол, блядь, какой же я лол. Блядь, какой же я лол. Идиот, блядь, пошел нахуй, идиот. Давно бы пришел, блядь, сука, да загангал этого уебана, получил бы плюс 10 урона. Нет, сука, он мне будет тыкать по тауэр. Сказал же, сука, 3 секунды стана получаю, и все, блядь, неважно, фул хп, не фул хп, блядь. Умираю нахуй сразу же. Но нет, сука, я буду тыкать ему, буду ему тыкать и говорить то, что он идиот, нахуй. И потом они будут, блядь, драться. Без меня. Просто потому, что они, блядь, могут. It's not time yet. Skitter on. Your top tower is being attacked. I loom. Your top tower is under attack. It's probably nothing to worry about. Your top tower has been destroyed. Мне на самом деле интересно лишь одно, сколько человек в стаке будет. Я-то играю один. И вот сколько их. Your top tower is being attacked. Ну, кто-то делает ТП, кто-то очень смелый на самом деле. Легионш. Those people had families. We're out of your weight class. Your top tower is under siege. Отдашь мне еще 90 голды? I'm not ready.
Yes. Your top tower is under attack. I only mention it as a conversation starter. How are you doing otherwise? Double I am killed. Feed the swarm. Murder spree. Ну же, червячочек, нет? Зато у нас веник ушел. Веник, гель. Ну да, веник в тренде просто. Гель, блядь, в 4, а варды, который самая полезная билка, блядь, в 0. И они вдвоем или как, блядь, убивают СК. И у меня мидас не на КД, заебись. Я не знаю, БКБ. А, надо, наверное, ПТ-шку купить. Хотя бы. Чтобы выживать чуть-чуть. My life's pattern reworked. Scuttling in. Yes. На самом деле дизоль нужен. БКБшка не поможет от иллюзий ЦК. И от этих. И от Лич Доктора ульты. А у него лотар уже, наверное, да? The enemy's middle tower has been denied. Dominating. Curse you. Click-click-click. Not yet. Is that dead one hurt? Yes. My venom, your bay. My venom sacks run empty. Я прямо вижу, блядь, победу нашей команды. Yes. Это же нереальная просто хуета, блядь. Ил этот. Shuttle off. Radiant has fortified its structures. Bitter pattern. I am compelled. Your middle tower is being attacked. Scuttling in. Лол. Войт отлично. Мутит. Скиттер-скаттер. Нахули у нас из станов по один этот, блядь. Ну же, финнер, блядь. Ой-ой-ой. Ладно, подрались хорошо. Надо дальше фармить. Пока драться не вижу смысла. На самом деле, та отдача, блядь, этому ЦК очень сильно мне подпортила весь фарм, которого у меня и так было очень мало. Compelled. Tear the threads. Caught. Ну да, да, педрила ебаная. Именно для тебя я, блядь, его и бил. Хуй. Не, Войд, безусловно, в лейте сильнее, чем Вивер. Но насколько он расфармится, потому что пока у него нихуя. Примерно. Your bottom tower is under siege. Swarm them! Look at it go! Да блять, даже мидас мне на что. Your bottom tower has been destroyed. Bitter pattern. Your top tower is being attacked. Yeah.
Your top tower is under siege. Not yet. И Мидас не слил. Ебаный мудак, да почему же они не побежали-то за ними? Блять, еще и какого-то хуя кучу крипов за собой привели. Блять, просто сагрили миллион крипов и в лесу что-то, блять, носится. У этого ТПшки, блять, с собой нету. Мьёльнир у него, блять, конечно. Никуда ты не уйдешь, блять, друг. ТПшку купи, сука. Да, он ебаный. Смотрите, сейчас кто-то умрет. Ой, нет, что вы, я лучше, блядь, спрячусь. Без ТПшки, без нихуя. Сука, блядь, Мидас. Да сука, все эти зафармили, не, даже Мидас не скинул. Вот это вот самое обидное. Похуй, что сдох так-то. Вот то, что Мидас не скинул. Вот в натуре жопа, блядь. Целую минуту. В ебаной таверне сидеть. Я, кстати, 14 уровень. Когда вся команда, блядь, 10, 11, 11. 12 у нас соло мидер. Хорошо, соло мидер, хорошо отстоял, блядь. 12 левел. И пишет мне, что я, блядь, идиот. Your bottom tower is under attack. Creep and crawl. Your bottom tower is under. Your bottom tower has fallen. Ну и хули вы вдвоем там. А, Войд до сих пор там. Он вспомнил, что у него есть топорик. Ну естественно, Легион, когда играет против меня, то эта сука расфармливается как тварь, а у этой плюс 24 урона, блядь. На 25-й минуте. Хотя могло быть уже, блядь, я не знаю, плюс 70. Если бы он был нормальным легионом. Куда ты идешь, сука, без маны? Чё, блядь, забыл, что у них блинк даггеров миллион примерно, нахуй. Армлет даже убичий ЦК, который, нахуй, вообще бесполезен. О, минус один. Единственный, с кем я готов здесь драться, блять, это Вич Доктор. Мидас опять. У кого-то гем? Обоссись, блядь. Интересно, у них дохуя вижена у нас. Yes.
Ну, этих, блядь, драка там. Все шло не так уж и плохо. Так, ну а потом, очевидно, надо какой-то БКБ варить. Yes. A bit threadbare. I must. Yes. Да нет, я не хотел. Я хотел отвезти на 53, блядь. Of time's weave. Skitter on. Cut you down. I am compelled. Единственный лес, где я могу фармить, фармит твой. Ну, Майлшторм. Нахуя собирать Баттлфури после Майлшторма, кто мне скажет? Yes. Лол, оранжевый фарм. Ёбаный бой. Ну чё, дофармился, блядь, бой. Надеюсь, ты, блядь, доволен. Вот что бывает, нахуй, когда ты тратишь обилку, с помощью которой ты должен убегать, чтобы... на то, чтобы, блядь, помешать фармить своему тиммейту, блядь. Вместо того, чтобы... убежать. Вот был бы у него это, хуйня это, прыжок, он бы спокойно упрыгал. Но нет, сука, он потратил ее, чтобы на меня прыгнуть. О, и эта легионша, блядь, пошла, отдалась просто так. У нас вижен аж дохуя. Можно где угодно, блядь, бегать. Зато наш лес заварджен, смотрите. A golden thread. Roshan has been killed by the Dire. Yes. I must. Так, и что, Тускар взял, да? Да. Ну хоть немножко пушится, потом рам хоть не сильно сосем. У нас два, конечно, живых, у них четыре, но это лучше, чем, блядь, шесть. Yes. Attack. Yes. A tighter weave. Да, блядь. Сука, на автоатаке вообще, блядь, нельзя крипов бить. Какая нихуёвая затея, блядь. Снип, снип. Снак, снак. Давайте попробуем. Подраться. Купол хороший нужен. Я просто в бесконечном стане, нахуй.
Dire's courier has been callously murdered. Your top tower is under attack. So that's something that's happening. It's not time yet! Они, я так понимаю, ем, да? Еба! Скиттер-скаттер! It's not time yet! Creep and crawl! My soul and spools! О, боже, блядь! Два восемь легион говорит мне, что я идиот, блядь. Очевидно, это моя вина, что он 2-8. Очевидно, блядь, я не единственный, кто хоть что-то выформил на этой карте. Ну, у Войда тоже немножко есть. Блядь, у него просто этот запак уже 10 минут. У него этот Мейлшторм и этот Персеверанс уже хер знает сколько. Зато вот эта вот хуйня с... тоже Мейлшторм, конечно. Два гения, блядь. Леон Аганин собирает вместо того, чтобы, блядь, форстав какой-нибудь собрать. Ну, что убили? You were a fool yes. to oppose me. Yes. Murder spree. Murder spree. Double kill. Murder spree. Double kill. Creep and crawl. Gone out. Dominate triple homicide. Ну, хуй знает, yes. ребят. 666 у меня стата. Ну, это так, если кому интересно. I must. Да. Я, конечно, я не надеюсь уже на самом деле выиграть эту игру. Ну не ты ж как долбоёб играю, блядь. Yes. Why don't speak, блядь? Туск 15 из БКБ и гиперстолм. Туск меня соло вынесет, конечно. Снэк-снэк! Я не знаю, как мне БКБ на самом деле поможет против столько физурона. Блять, это автоатака, это просто пиздец нахуй. Должно уже быть это, ну. БКБ, но... Как говорится, вы бы там был. Не знаю, что собрать. Бабочку, очевидно. Причем я начну ее собирать с талисманов Evasion. Мегакилл. Ну чё, давай, блядь, вносим урон. Батлфури, блядь. Давай, купол ставь. Угу. Вижен на меня у них есть. А где Легион в это время был? А, он фармил. Окей. А Войд? Войд выжил, окей. Я БКБ не проебал. Только вот у нас теперь нету этого. Cut
Titan weave. Swarm them. Блять, абсолютно бездарная нахуй БКБ. Просто бездарнейшая БКБ. Я думал, у меня сейчас, блядь, рифтом будет цеплять или станет. Зря, конечно. Но этой хуйни опять в бою не было. Хули я поделаю, блядь. Вот он, блядь, на башер собирает хуй тень. Никчёмная. Деремся, блядь, в 4 в 5. Да даже не 4, сейчас и этого не было, в принципе. Да и Леона, блядь, не было, ни станов. Вот это вот, Аганим, очень сильно тебе поможет Леон, конечно. Зачем форстав от тех, кто с кого застанили, блядь? Лучше Аганим собрать. Форстав для слабых, дочери. 20 левел, я хуй знает, как я вообще 20 уровень добил. Во всей этой залупе, блядь. Больше, чем у этих, больше, чем у всех. Но это, очевидно, не помогает нам, потому что фарма у меня один хуй, нихуя нет, 111 крипов, блядь. Давайте, давайте, деритесь без меня, почему бы и нет? Давай, вызови его на дуэль. Ну, сука, вызови его на дуэль, ты его соло убью. Ооо, легион. Ебать, такой легион. Он этих тряпок должен просто разрывать нахуй на куски. А мы имеем что? Мы имеем то, что сейчас они снова дерутся без меня и, естественно, проигрывают драку. It's not time yet. Yes. Ну, он сам не может никого убить. Yes. Бойд. Вот это вот его, блядь. Yes. О, курочка. Нахуй, АЦК оказался таким уёбком в начале. Таким никчёмным. А сейчас просто Саша Яша, блядь, 2000. Fast push, I need go to university. А может за это, зарепортить хуесоса за то, что... А, не может нихуя. За то, что он играет, сука, в доту, при том, что ему надо идти в какой-то ебаный юниверсити. Потому что так делают только ебаные геи. Your middle barracks is being attacked. Creep and crawl. Your middle barracks has fallen. Let's watch and see what happens. Your bottom tower is under attack. Ну а хули без воида, без купола драться? О, да, Войд, ты ведь резнулся только что, а не 10, блядь, 20 секунд назад. Самое время. И я БКБ не прожимаю, нихуя, у меня оно, блядь, 9 секунд. Да это, блядь, просто дегенерат. Ну, и чё, блядь, что я нафидел? Вот, конечно, это, блядь, моя ошибка, то, что я нафидел и все такое в начале, но... Блядь, мы не из-за этого проиграли. У нас счет был 4-4. И в итоге я расфармился больше всех в своей команде, блядь. И по уровню, и по... Ну, и по артефактам, хотя у меня 2 артефакта всего. Зато вот тут Войд у него тоже 2 артефакта. Который на легкой стоял и фармил, сука. Они еще и киллы делали. Пока я там 2 раза слился, был счет 2-2. То есть у него еще 2 килла в запасе было. Дальше. Леон. Мега Леон. У нас саппортов нихуя, у нас вот мега и все, блядь. И они оба делают эту хуйню. Аганимы. Хотя, сука, даже 16 левела нету у этой хуйни. Он аганим, блядь, делает. Нет, что форстаф, отвечаю, купить. У них один стан на команду. Один серьезный стан ЦК. 4 секунды. 3, может быть. Один стан. Выфорстав человека. Похуй, за Еуль, блядь, этого ЦК. Ну, лучше, конечно, форстафный. Человека, которого застанили. Нет, аганим, я саппорт. Вардов 0, нахуй. Хотя, варды были какие-то во время игры. Окей.
Но в целом, Аганим, я буду ябать. У меня 6 киллов, 6-10 нахуй. Я саппорт. У меня Аганим. Блять, просто человеческий идиотизм. Хуй знает. Ну и я отыграл хуёво, блять. Плохо отстоял хардлайн. Пару раз не прожал БКБ. И всего этого хватило, чтобы мы проиграли. Ну как, это естественно, блять, не такая ошибка, нахуй, как на Авиальянс, когда играли в гранд-финале. Ну, парень один пошел. У них же нет вижена. У них же саппортов, блять, нету. Ну, ща они Рошана заберут. Нет? Странно. И кто туда? Ой, парень, летел, блядь. Его что-то не почувствовали как. Ну, в общем-то, это ясно, что это слив. Причем, вот, блядь, всегда так. Если я хуёво отстаю хардлайн, то, блядь, команда проигрывает. Ведь, конечно, кроме меня же больше нету 4 игроков в команде. Один игрок же он всегда решает. Легион Командер, как всегда, против меня играет Легион Командер, у которого плюс 200, блядь, на 25-й минуте. Ну, не 200, 150. За меня Легион Командер, блядь, плюс нихуя примерно. Ну, вот это вот что такое, 74 урона. Это сколько, он 5 раз выиграл дуэль? 4. 4 раза выиграть дуэль за 40 минут. Ну, чё-то, по-моему, не самый пиздатый результат. Зато мне пишет, что я идиот, блядь, конечно. У меня 7-8-9, но я идиот, базар, нет. Ой, смотрите, кто отдался. Надо ж, не отдался. Пойду крипа, блядь, сожру. Пропушил. Your bottom tower looks fantastic, by the way. Хули тут драться-то без купола, без всего. Your bottom tower has been destroyed. Your bottom barracks. А где вы? А, на базе стоит, конечно, окей. Я просто не могу назвать ни одного человека. Ну, окей, нет, веник тоже ебла кусок. Просто 4 уебана в команде, и я проебал сложно. 4 уебана. Этот уебан, потому что он, блядь, максит гель. Хотя сейчас виномансеры в последнем, там даже не с последнего, а даже с предпоследнего патча должны максить только варды, потому что они, блядь, жесткие вот с этой пассивкой. А гель он и так дает этот ебаный слоу. Ну и что, что он не дает урона, блядь, на первом левеле? 15 секунд замедления на 50%, это... Этого достаточно, блядь, ты не должен убивать, ты виномансер. Ты должен пушить, отпушивать, помогать пушить тавыра. Да и варда на, варды наносят намного больше урона. Ну, не намного больше, но больше урона, чем этот гель. Дальше, Леон. Я соберу Аганим и Дагон, потому что я, блядь, Леон. Войд, нахуй, два артефакта. У него так ничего и не прибавилось. Гиперстоун, блядь. Собрал Мидас раньше меня. Это хуйня. То же самое. Я соберу Майлшторм и Башер, потому что, блядь, Майлшторм и Башер. Это клёво. Итого, что мы имеем? Мы имеем команду уебана. Про наших противников я ничего сказать особо не могу. Ну, естественно, блядь, когда ты 29-55 ведешь, то ты, блядь, доминируешь просто как сука. И, в принципе... Да.
А, Леон с Войдом вместе, блядь, отлично. У Войда 350 ГПМ. 350 с Battle Fury. Майлшторм 1 Мартом. Конечно, я, блядь, постоянно таких Войдов вижу, которые Майлшторм 1 Мартом собирает. И Battle Fury. Войд с Battle Fury 350 ГПМ. Ну хули у него, блядь, 10 смертей. Абсолютно бессмысленный хуесос.